Доброго всем дня, друзья! Это мать его канал Бульдозер 221. И у нас на обзоре небольшая, но довольно красивая карта. Львовская область. На карте имеется свинарник, коровник, продажи семян, удобрений и жидких удобрений. Известь находится на территории ТОКа. На этой территории имеется хранилище свеклы, картофеля, сахарного тростника и сам ТОК, где хранится зерно. Также на карте есть хранилище травы, сена, силоса, солома, моносмеси и сечки. Есть магазин техники, небольшая база, есть точки продажи зерна, соломы, сена, силоса, молока, яиц, шерсти. Есть точка покупки животных, также между полем 5 и 6 есть вода, которая набирается бесплатно. На карте 9 полей разных размеров. Карта поддерживает мод сезоны. Ну а теперь поездим, походим, побегаем. По самой карте. Заглянем на все статичные объекты. Посмотрим, что где и как. Для небольшой компании. Или же для игры в соло. Карта подойдет в самый раз. Пробежимся по ценам на поля. Вполне себе демократичные. Поля небольшие, но и не маленькие. Я повторюсь, эй-эй-эй-эй. Для игры в соло в самый раз. Вот так выглядит наш магазин сельхозтехники. Все наши приобретения будут появляться здесь. Погнали посмотрим на все злачные места. Коровник, элеватор, свинарник. Надеюсь, аккумулятор в нашем бульварде не сдох. Пешочком погулять вообще не вариант. Сразу же напротив магазина. У нас какой-то склад-элеватор. Ну или что-то типа того. Я карту перед обзором вообще не видел. Делаю это первый раз с вами. Так что если что не так, прошу прощения, друзья. Ну и в принципе разобраться самому. Дело пустяковое. Стоит лишь немножко поиграть. Моя же задача плюс-минус показать, как карта выглядит и что в ней интересного. Погнали дальше. Посмотрим на буренок. Ну а вот и наш скотный двор. Гля, какая статуя стоит. Давайте купим пару-тройку рогатых. Ну и посмотрим, где тут что как. Все довольно красивенько сделано. Интересно, а почему у нас в игре с курями вместе продаются петухи? А вот быков и свино-мужиков в игре не предусмотрено. Есть у кого, друзья, размышления по этому поводу? Напишите в комментариях. Сельская заправонька.
Друзья, а кто помнит 76-й бензин? Вонючий до ужаса. Зато найти было довольно легко. Еще один элеватор, склад семян и так далее. Заедем в гости к перекупщику животных. Местный барыга нехило так развернулся на своем участке. Из предложений покупки животных мы можем предположить, что по животным на карте нам доступно. Коровы и свиноты, кобылок тоже болт и курочек болт. Но это можно решить своими статичными объектами легчайшим образом. Но осталось теперь заглянуть на свинокомплекс. Друзья, правда, во Львовской области. Горы есть. С уважением к автору. Я правда не в курсе. В общем, я заблудился нахрен. Будем пробивать себе путь напрямую, ориентируясь на карту, до нашего свинарника. Спасибо, дружище, что досмотрел до конца. Мой слепленный на скорую руку обзор. Карта Львовская область. Жмякни лайк, ну и подпишись на канал. И загляни в группочку ВКонтакте. Там нет порно, но есть весьма интересная информация. Друзья и здоровья, всем берегите себя. Ля, какая свинарочка? Вай-вай, просто персик.